Я поверю в солнце, если оно верит в меня. Ты веришь в меня, солнце? Я знаю, ты веришь. Веришь в мой мозг, в мои руки, сердце. Веришь в мой мир. Сколько веков мы прошли с тобой вместе, солнце, и редко мне, человеку, бывало легко. Но я верил в тебя, а ты в меня, и я, человек, всегда выходил победителем. Сейчас идет век 20-й, век великих побед и век огромных утрат. Мой голубой мир летит в бесконечности, цветут белыми облаками яблони, люди сеют хлеб, но чьи-то руки лежат возле роковых кнопок. Каждую секунду они могут нажать на эти кнопки, и тогда нет. Мир, ты еще так молод, ты еще почти мальчик, ты не должен погибнуть. Подожди, подожди, человек, не волнуйся так. Бери пример с меня, с реки. Видишь, как я спокойно теку среди своих берегов. Успокойся. Ты знаешь, мне даже немного жаль тебя, человек. Ты вообразил себя хозяином мира, всесильным и непобедимым, но ведь это неправда. Ты не можешь справиться даже со мной. Только не надо говорить ни о плотинах. Несколько взрывов, несколько громов, и не будет ни тебя, ни твоих плотин, человек. А я так же спокойно буду течь мимо своих берегов. И какая мне разница, что они будут не зелеными, а черными, а вместо лодок я буду нести на своих волнах пепел. Какая разница? Мне жаль тебя, человек. Ты собираешься спасти мир, но ведь ты бессилен. И мир обречен. А, это ты, река. Мне давно знакомы твои речи. Так ты говоришь, мы бессильны. А помнишь? Ну, конечно, ты должна помнить тот, казалось бы, незначительный случай, который произошел около станции города Н летом 1963 года. Алло! Алло, дежурный! Дежурный у аппарата. Примите сообщение. Слушаю. Поезд номер 704. Так. Вышел с нашей станции и прибудет к вам через 15 минут. Но поезд не прибыл. В тот день на станции поднялась тревога. Пассажиры на перроне, не выпуская чемоданов из рук, смотрели вдоль линии на запад, а дежурный по станции то и дело поглядывал на часы. Ах ты, черт возьми, поезд опаздывает. А на четвертом пути воинский эшелон стоит, и уже паровоз под парами. Теперь эшелон задержится. Ах, проклятый 704-й, опаздывает уже на 10 минут. Придется писать рапорт об опоздании. Алло, алло, соседняя станция! Соседняя станция! Соседняя станция! Да-да! Еще раз ответьте мне,
Поезд номер 704 вышел от вас точно по расписанию. Поезд номер 704 вышел точно по расписанию. И тогда ты помнишь, река? Пассажиры на перроне опустили на землю чемоданы и уселись на них. Прошло еще 20 минут. Простите, вы начальник станции. Да я-то, ваш капитан. Я из воинского эшелона, как вы это уже поняли. Объясните мне, пожалуйста, почему мы до сих пор стоим? Опаздывает поезд 704-й. Хотя с соседней станции он вышел точно по расписанию. Куда же в таком случае он делся? Исчез, что ли? Ну, конечно, исчезнуть он не мог, но... Вероятно, что-то случилось, и ждать больше нельзя. Я сейчас поеду на моторной дрезине и все выясню. Станционные часы педантично отсчитывали минуты, но дрезина не показывалась. Дежурный вышел на перрон, он начал нервничать. Капитан опять вышел из эшелона. Что это происходит, товарищ дежурный? Вы понимаете, что задерживаете воинский эшелон? Мы же не можем опаздывать. Ну, понимаете вы это или нет? А что я могу поделать? Вы сами видите, поезда-то нет. Кстати, кажется, в этом районе проводятся военные маневры. Ну и что? Теперь я понимаю. Нет ничего удивительного, если какой-нибудь танк налетел на поезд. Боже мой, неужели это правда? Да не может этого быть! А почему не может быть? Стоит танку выйти на полотно, он все в порошок сотрет. Слушайте, слушайте, не болтайте чепуху. Что это еще за детские рассуждения? Все согласовано. Военные знают точное расписание поездов, и любые происшествия исключаются. Абсурдно даже думать о них. Товарищ дежурный, надо все-таки что-то предпринять. Ну нельзя же торчать здесь просто так. Я ничего предпринять больше не могу. Простите, это телефон в аппаратной. Алло, дежурный слушает. Алло, алло. Да. Это говорят с соседней станции. Слушаю. Когда от вас вышел поезд номер 704? Так я же вам... Почему его до сих пор нет на нашей станции? Ну ведь вы... Из-за его опоздания мы задерживаем скорую на Софию. Да дело в том, что поезд номер 704 на нашу станцию тоже еще не приходил. А с предыдущей станции он вышел больше часу назад. Э? Наш начальник выехал его искать на моторной дрезине. Но и он пока не вернулся. Все это очень тревожно. Черт возьми, неразбериха какая-то. Так точно. У вас есть ручная дрезина? Есть, двухрычажная. Так возьмите ее, двигайтесь на дрезине. Надо же выяснить, что случилось. Вдруг там катастрофа. Как вы можете сидеть, сложа руки и ждать? Вы слышите? Алло. Да, слышу. Вскоре несколько человек... Выкатив из склада дрезину, поставили ее на центральный путь. В нее сели дежурный по станции и трое офицеров. Двое из них стали тянуть на себя и толкать рычаги, и дрезина, лениво и сонно постукивая, покатила на запад. Капитан, сидевший впереди, то и дело подносил к глазам бинокль, но кроме венца черкасских гор и расплавленного воздуха, ничего не видел. Все-таки выясним, в чем дело. Состав не мог испариться, хотя жарище и страшное. Он или на линии, или, если случилось несчастье, возле линии. Ничего не видно. Ни малейшего следа дыма. Значит, что-то случилось, потому что дым-то отсюда мы бы уже увидели. Живой бег дрезины уносил ее от ленивого и жаркого покоя станции Н. Офицеры в одних майках работали рычагами, и сквозь жгучую пелену пота дорога перед ними колыхалась и розовела от соли. Железнодорожное полотно два раза пересекло шоссе и побежало рядом. Движения на шоссе не было. Асфальт блестел и грозил расплавиться. Пассажиры дрезины смотрели то на шоссе, то на поля, местами сжатые, местами обремененные тяжестью колосьев.
Черные проселочные дороги дремали, утонув в раскаленной пыли. Словно вымерло все. А вон там, над самыми горами, клубится серая туча. Где? А вон там, смотрите. Да, да, да. Наверное, идет гроза. Смотрите-ка, пожарная машина на шоссе. Идет на предельной скорости. Пожар в такую жару — страшное дело. Ох, ужасное жарище. Я помню, в прошлом году, как раз во время осенних маневров, кто-то бросил непогашенную спичку, и начался пожар. Но какой? Вы себе даже представить не можете. Ой. А вся армия и перепуганное население полночи боролись с огнем. Вот что может наделать одна спичка. Вполне вероятно, что поезд стоит в поле. От искры иногда возникает пожар. Глядите, какая пшеница пересохшая. Если пожар, поезд останавливается, и пассажиры бегут тушить. Это возможно. Вот и пожарная команда проехала. Да, 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 наверное, они тушат пожар. Офицеры сильнее налегли на рычаги, и раскаленное поле пшеницы и дубовая рощица быстро побежали вдоль полотна. Рельсы входили в густую тень тополей. Там река. Искупаться бы в такую жару. А вот и мост. Дрезина с грохотом прошла по мосту, высоко поднявшему свои металлические ребра, пересекла небольшую рощу, а за рощей офицеры и дежурный вдруг увидели остановившийся поезд. Паровоз был нем. А впереди него, словно чему-то удивившись, застыла мотодрезина. Все повскакали. Офицеры стали натягивать на себя одежду, а капитан, на ходу одергивая гимнастерку, сбежал с насыпи и быстро зашагал к паровозу. Алло! Эй, алло! Алло! Никого. Похоже, что никого. Эй, алло! Алло! Подождите, я влезу наверх. Никого. Только куртка одна висит. Товарищ капитан, в вагонах никого. Чемоданы, сетки, все на месте. Плащи и сумки тоже на месте, а людей нет. Пусто! Пусто, как во время воздушной тревоги! Когда-то мы так спасались из Софии. Поезда довозили нас до тоннелей в Искорском ущелье, и мы прятались в этих тоннелях. Но тогда была война, бомбежка. А тут я ничего не понимаю. Ну не можем же мы торчать здесь целый день. Все маневры полетят кувырком. Надо кого-то позвать. Может быть, дернуть раз-другой паровозную сирену? Это мысль. Сейчас попробую. Ничего не понимаю. Постойте, постойте. Вижу вертолет генерала. Возьмите бинокль. Там вышка номер 3. С этого пункта наблюдают за маневрами. Да завтра. Завтра с этой вышки будут наблюдать. В низине завтра состоится контратака танковых частей. А сегодня главная операция — форсирование Черкасской реки. Так это и есть Черкасская река. Именно. Сегодня ее будут форсировать. А где же воинские части? Никаких частей вокруг нет. Действительно нет, зато есть дубовые рощицы. Вы видели по дороге дубовые рощицы? А, маскировка, понятно. Вертолет поднялся, вон там. Ничего, ничего во всей этой истории не понимаю. Второй день у подножья Черкасских гор и на равнине шли большие военные маневры. Вчера, перейдя в контратаку, танковые части, поддержанные авиацией и артиллерией, вступили на полигон и разнесли в щепки 400 мишеней. Артиллерия, авиация и танковые части пленных не берут. В это утро, ты помнишь, река, все уже выглядело так, словно боя и не было. Проехали крестьяне на телегах, груженных снопами, прогнали лошадей на луга.
земля восстанавливала силы и дышала, созревая в зное плодоносного лета. Но она еще лечила свои раны. Командиры частей ехали на открытых машинах к вышке номер 3, чтобы после полудня наблюдать оттуда форсирование Черкасской реки и перегруппировку армии для нового удара. Вышка была построена на холме. Позади нее, на самой маковке холма, темнела рощица. Из рощицы то и дело выскакивали солдаты и офицеры связи, докладывая генералу о поступивших к ним сообщениях. Генерал, похудевший и загорелый, с покрасневшими глазами, прохаживался, окруженный офицерами. Вот уже несколько дней напряжение этих маневров словно держали его под током. Все его сознание было поглощено боевыми операциями частей, движением и перегруппировкой сил, которые в этот мирный полдень проходили проверку перед лицом своего отечества. Сила нашей армии должна соответствовать жизненным силам моей страны. Она должна быть в состоянии защитить ее богатство. Чем больше растет богатство, тем больше становятся аппетиты тех, кто на него зарится. Товарищ генерал, на мосту через эту Черкасскую реку образовалась пробка. Форсирование приостановлено. Как на мосту? Вот именно, все колонны на мосту. И шоссе все забито. Быть этого не может. Какое же это форсирование, если им нужен мост? Какая нелепость. Форсировать реку через мост. Мой вертолет готов? Так точно, товарищ генерал. Я лечу к мосту. Черт возьми, когда я сижу в тесном брюхе этой машины, испытываю такое ощущение, будто мотор работает во мне самом, в моем сердце. Да чего сильны эти вибрации и треск. Ага, вон, наконец, и шоссе. Извивается, словно черный канат. Товарищ генерал, прямо под нами железнодорожное полотно. Вижу. Минуту. Ниже. Еще ниже. Поезд на железнодорожном полотне, видите? Почему он стоит здесь? Не понимаю. Кажется, здесь нет ни станции, ни разъезда. А вон и мост, товарищ генерал. Вижу. Искать мост во время маневров. Какая нелепость. И танковая колонна как будто мертвая. Так точно. Люки пустые, крышки откинуты. Даже дым из-под танков не сочится. Ничего не понимаю. Смотрите, товарищ генерал. Действительно, непонятно. Вся армия стоит у реки. Солдаты и офицеры, а некоторые даже в воду зашли. И штатских много. Вон на обоих берегах, да на мосту висят гроздями. И машина пожарная почему-то тоже здесь. Иду на посадку. Генерал выпрыгнул из кабины. Группа офицеров кинулась к нему. Обернувшись, он увидел, что люди под мостом, закатав штаны, ходят по воде, солдаты шлепают прямо в сапогах, все что-то обсуждают, кто-то кричит. Ступая по размягшему песку, он сделал несколько шагов к мосту. В эту минуту он увидел в воде маленькую голову. Это была детская головка, русая, остриженная ножницами. Голова смотрела на генерала испуганными глазами, повернулась налево, потом направо, моргнула и снова уставилась на него. Круг около ребенка разомкнулся, давая генералу дорогу. Почему мальчик сидит в воде? Товарищ генерал, я вам сейчас... Дело в том, товарищ генерал. Понимаете, товарищ генерал, дело в том, что... А дело было вот в чем.
А ты, малыш, только до 5 умеешь считать. Вот все у тебя 5. Ты лучше тут на бережку посиди, а мы будем нырять и ловить. Мост был длинный, в 2 пролета, построенный еще до войны. Как все железобетонные конструкции, посередине он не был сварен, чтобы при осадке опор, которая рано или поздно должна произойти, мост не рухнул. Поплывем? Поплывем. Здесь подводная пещера. Забраться бы. Знаешь, сколько рыбы возьмем? Давай, только это под водой надо. Воздуха мне не хватило. А ты, между прочим, притихла тогда река. Точно уснула в зелени своих берегов. А я и вправду тогда спала, истомленная жарой. Реки умеют спать на бегу, укрывшись тенями верб и черной ольхи. Верба и ольха всегда со мной, потому что я их кормлю. В этом летнем сне я видела свои истоки, большие каменные чаши, из которых грозы пьют воду. Видела пену горных потоков, отражение диких коз, склонившихся надо мной, чтобы утолить жажду и тотчас отбежать своими дробными шажками по мягкой траве. И еще я видела во сне усыпанные красной малиной берега. А потом увидела, как купается тяжко раненый кем-то медведь. Он лежал навзничь в холодной воде. Он стонал, и вода становилась красной. Медведь задирал кверху лапы, словно молился Богу. Я напоила медведя, и он выпил так много, и так понравилась ему моя студеная вода и прохлада, приникшая к огненной ране, что он так и остался, уткнувшись в дно головой. И я сейчас еще вспоминаю, что на губах его осели песчинки. Песок казался светлым, почти прозрачным на черной морде животного. И я кинула горсть ему и в глаза, чтобы не смотрел он больше на Черкасские горы, чтобы забыл их. И он их забыл. Нашел! Здесь большой камень, а под ним полно рыбы. Кишмя кишит. Да где? Да вот, вот здесь. И правда полно. Полно. И шевелится все. Вон, вон брюхо-то, видишь, как бьется. Надо чем снизу подпереть, а то как бы не ушла. Зайди-ка, зайди-ка с другой стороны. Ты помнишь этот странный звук река? Он был похож на треск льда. Мост передвинул каменные глыбы и железобетонные пояса своих опор. Произошел сдвиг, предусмотренный конструктором еще при строительстве. Конструктор не знал, когда произойдет осадка, когда именно почва ощутит усталость от давления моста, но он это предусмотрел. На средней опоре, на месте стыка, железобетон, чуть двинувшись, со скрежетом сомкнулся. Ребята! Что это? Ребята! Что это? С мостом что-то! Ну-ка, подальше, я тоже залезу. Да я не могу! Как не можешь? Подвинься чуток, здесь никакой пещеры нет. Да не могу уже я! Сжал руку, что тут здесь. Расширил, как хотел, а теперь не могу. Может, камень сдвинул? А я-то откуда знаю? Сжал руку здесь повыше запястья. Попробуй еще. Я пробую, что-то не идет совсем.
Они помолчали. А в это время мальчик все пытался выдернуть руку. Но у него ничего не выходило. Это осадка поймала его в подводный капкан. Каменные глыбы уходили вверх, огромные и скользкие. И когда мальчишка поднял глаза, он увидел, какие они громадные, и как они вздымаются над ним, холодные, угрюмые и молчаливые. И мост стоял спокойный, неподвижный, холодный, как всякий железобетонный мост. Я тону! Ой, я тону! Ты держись там, держись! Слышишь, держись! Сейчас людей позову! Я тону! Ой, утонет! Стой, стой, малыш! Ребята, не убегайте! Слушай, малыш, беги в усадьбу на молотилку, ну! Малыш бросился бежать, его голые пятки так и засверкали. Он по мелководью перебежал реку, одним духом взлетел на откос, продрался через вербы и, не жалея ног, помчался дальше к усадьбе. Это ребятня! А вдруг и второй утонул, а? Он мне сказал, беги на ток! Ну? Он мне сказал, я и побег! Ох ты, Господи! Но мальчик не испугался и не сбежал. Подбадривая товарища, он почувствовал, что у самого горла перехватило. И тут вдруг услышал далекий паровозный гудок. Он наморщил лоб, посмотрел на одежку, сваленную на песке. В кучке одежки краснела его майка. Он быстро схватил ее и, как был нагишом, бросился к железнодорожному полотну. Добежав до насыпи, забрался на рельсы и пустился бежать по линии. Вдали он увидел струю дыма. Она быстро приближалась. Из-за деревьев вынырнул паровоз. Но мальчик не сошел с полотна. Он все бежал, потом, наконец, замедлил шаг и стал размахивать своим красным флагом, а локомотив все рос, и гул рельсов все громче отдавался в ушах. Мальчик спрыгнул на насыпь, не переставая размахивать майкой. С паровоза его заметили. Что случилось, пацан? Почему поезд остановился? Да мальчишка остановил поезд, рыбу продает. Тонет! Под мостом! Кто тонет? Мальчик под мостом тонет! Ребята! Эй, пацан, где мальчик? В реке! А где река? Вон там, где ошейник видно! Давай скорее, что же мы стоим? Пассажиры побежали к реке. Добежав до моста, они увидели крестьян и мальчика, лежащего на поверхности воды. Крестьяне носили большие камни и валили их на дно, чтобы мальчик мог на них встать. Один из них поддерживал ребенка. Пассажиры с поезда тоже принялись носить камни. Как это все могло случиться?
Вот что значит оставлять детей без надзора. Ну ничего, ничего, сейчас все будет в порядке, руку высвободят. Ничего страшного, ребенок-то ведь жив. Да рука-то у него вроде как каменным капканом схвачена. А может, сдвинуть как-нибудь эти глыбы? Но для этого же нужно приподнять весь мост. Это абсурд. И никто ничего не мог сделать, чтобы помочь мальчику. А ты помнишь того крестьянина? Он поддерживал мальчика на поверхности реки, подложив ему ладони под грудь, хотя на дно уже были навалены камни. И чтобы пареньку не было грустно и не думалось о страшном, крестьянин старался с ним разговаривать. Ну, ты как? Молодцом? Молодцом, это видно. Тут и толковать нечего. А ты вот мне скажи, ты улиток боишься? Не боюсь. Как же так не боишься? У них, знаешь, какие рога? Они мягкие. Так мягкие. Мягкие-то они мягкие. А все-таки кто ее разберет, улитку-то? Кольнет рогами, подцепит, да и забросит. Метров на 100. Он раковинка-то ее. Весь куда забралась. И страх ее не берет, что сорвется, утонет. Выходит, она храбрее тебя. Храбрее, храбрее, так и знаю. Мы сколько раз весной улиток собирали. Верного их и ели. Ели. Так я знаю, знаю. На костре пекли. Бросишь ее в огонь, она как запищит, пищит, пищит, пищит. Пищит. Пищит, 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 пищит. И пузыри пускает, и они лопаются. Лопаются. Вот видишь, я знаю. Я сколько раз их пек. А еще мы их варили, улиток-то. Целый котелок пены набегает. С рисом? С рисом. Ты, видать, и про это знаешь. Ух, дошлый ты парень, все знаешь. Крестьянин со значением покачал головой и заулыбался так, будто мальчик в чем-то его перехитрил. Он умел и любить, и волноваться, но, видно, не умел этого выразить. Но сейчас он понимал, что надо работать языком, и продолжал все время разговаривать с мальчиком. А я бесшумно колыхалась и уносила с собой запах мальчика и крестьянина. И снова вспоминала медведя, песчинки, осевшие у него на губах и в глазах, диких коз на водопое, черкасских девушек, птиц, которые пролетали, касаясь своих отражений. Да, ты, река, текла с ленивым спокойствием, чуждое смятению, нарастающему на твоих берегах, отраженному в твоих водах. Деятельному. Деятельному и в то же время беспомощному. Ну, вон и пожарники приехали. Ну, теперь дело пойдет. Пойдет. Что тут случилось? Да вот мальчишку мост зажал, видите? Понятно. Размотать шланги? Пустить их в воду, включить насос. Пожарники были люди деловые. Они вытащили топоры, шесты, полотнища. Все, чем бывает вооружена пожарная команда. Но не прошло и 10 минут, стало ясно, что это совершенно бессмысленно. Насосом одной пожарной машины меня не выкачаешь. Да если б даже и можно было это сделать, то все равно мальчик остался бы в каменной ловушке моста. Да-да, мальчик по-прежнему стоял на сваленных у него под ногами камнях. Ему было холодно, у него стучали зубы, и он сжимал их и испуганно поводил глазами ошеломленной толпой. А когда все попытки ни к чему не привели, и поток предложений стал иссякать, и разговоры стихли, когда пожарники выключили насос, когда оба берега и мост умолкли,
И стало так тихо, что послышались голоса перепелов на лугу и дергачей, укрывавшихся под вербами. Мальчик, испуганный этой неожиданной тишиной, содрогнулся и скорее почувствовал, чем понял, что помочь ему никто не может. И он заплакал. Заплакал беззвучно, и лицо его, искаженное гримасой, стало похоже на лицо старика, осужденного умереть под взглядами стольких пар глаз, умереть на виду у всех этих людей, которых привела сюда тревога за его жизнь. Не лучше ли позвать отца мальчика? Он обходчиком работает на главном шоссе. В селе его сейчас нет. И вообще, кто его знает? Где его сейчас искать? А мать? Мать, наверное, сейчас придет. Перепелов все крепчал на притихших берегах, накатывался, бился о мост, словно все на свете птицы слетались с лугов. Постепенно все пространство до самого побелевшего неба заполнилось криками птиц, загустело, натянулось. И все стояли в этом распятом криками пространстве, и каждый чувствовал себя распятым, и никто не знал, как все это разбить, как выйти из этого ужаса. Сыночек! Сыночек! Она бежит прямо в воду! Надо остановить ее! Да что же это стряслось-то? Господи, пустите меня! Пустите меня к моему мальчику! Спасите моего ребенка! Люди! Ребеночка моего, спасите, люди! Боже мой! Да сейчас, спасите. Ну только успокойся, сейчас все сделаю! Мальчик, держись! Мальчик, не плачь! Мы сейчас тебе поможем! Все будет хорошо! Господи, спаси, Господи! Ой, Господи! 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 Мальчик мой, сыночек мой, кровинушка. Ну, не плачь. Ну, не плачь, родной мой. Ну, все пройдет. Смотри. Вон, смотри, сколько людей пришли к тебе на помощь. Милый ты мой, родной ты мой. Все будет хорошо. Все будет хорошо. А завтра отец придет. Я буду печь хлеб, а ты будешь мне помогать. Хорошо? А потом мы пойдем гулять втроем. Все пойдем. И небо будет высокое, высокое. Родненький ты мой. Родненький ты мой. Господи! Спаси, Господи, Господи. Но чем больше говорила мать, тем острее ощущалась безнадежность. Да потому что это были только слова, а до камня слова не доходили, и он не отпускал ребенка. А к кому же обратиться за помощью? И сам Бог может ли здесь помочь? Она искала опоры в пустоте молитвы. Это бесполезно. Так другая женщина молилась всю ночь о спасении жизни одного человека, а утро принесло ей его смерть. А, ты вспоминаешь Хулиана Гримао.
испанского патриота в канун его казни той весной. А ты помнишь, человек, его детей и жену в ту ночь, когда она растревожила телефонный кабель, проложенный под океаном, умоляя президента Соединенных Штатов Америки спасти жизнь ее мужа? Ну и что же? А ты помнишь, в ту ночь Соединенные Штаты спали, и единственным ответом жене Гримау было, что Штаты спят. Помню. А потом? Ты помнишь, как в ту же ночь эта женщина взывала к кардиналу Мадрида, и как отчаяние заставило ее потревожить Ватикан и просить самого папу о вмешательстве? Помню и это. Ей ответили всего-навсего, что она должна верить и искать опору в Боге. Она искала опору в этом мире, а ей посоветовали обратиться к Богу. Искать опоры в пустоте, в бездне. Но кто опирается на бездну? Сам папа? Когда он опирался на нее, католические соборы гремели молебнами о спасении папы. Бездна ответила на молитвы католиков, как католики ответили жене Гримао. Папа умер, а континенты, допивая утренний чай, выразили телеграммами свои соболезнования. Вот видишь, человек, мрак и холод, Аве Мария. Нет, двигаться, двигаться. Страшно стоять в бездействии. Страшно, когда руки повисают вдоль тела. Страшно, когда глаза глядят неподвижно, глядят, как во сне, на обессиленного ребенка. Если все это сон, страшен сон этого моста. Проснитесь, проснитесь! Нужно движение, нужно дело. Неподвижность и бездействие гибельны для человека. Вся танковая часть оказалась у реки, и все танкисты столпились под мостом. Солдаты повторили все то, что другие пытались сделать раньше. Но попытки их ни к чему не привели. Армия была беспомощна, словно попала в плен. Танки на берегах молчали, их орудия глупо разинули пасти. Мертвое железо! Разве может мертвое железо кого-нибудь спасти? А ты помнишь, в это-то самое время генерал, поднявшись на вертолете, прибыл к месту происшествия? Что же делать? Как поступить? Что могут сделать эти танки, их орудия, свирепо уставившиеся на горизонт? Что может сделать моя армия? Ведь сила армии была создана, чтобы разрушать. Она могла действовать только там, где идет сражение. А здесь? Какое же здесь сражение? И все-таки надо действовать. Надо запрудить реку. Если задержать течение, а пожарники помогут выкачать оставшуюся воду, мальчик окажется на отмели. А воздух, войдя в освобожденные от воды опоры, может произвести новый сдвиг моста. Верно, это надо попробовать. И еще. Передайте летчикам мой приказ. Немедленно доставить сюда врача. Мало ли что с мальчуганом может случиться. Он дрожит от холода. Есть!
Пошли. Давай, садитесь. Танки стали разворачиваться и входить в воду. Туда же двинулись тягачи из подсобного подразделения. Разматывались стальные тросы, их привязывали к стволам ольхи, и тягачи, выворачивая деревья с корнем, стаскивали их в воду. Крестьяне сбегали на усадьбу и взяли там все, что могло пригодиться для сооружения запруды. Засверкали лопаты, захрустел под ними песок, люди таскали сучья, дерн, и с обоих берегов начала расти плотина, заползая все дальше в реку, грозя преградить ее течение. Генерал рассчитывал на свою армию и был уверен, что она выиграет это маленькое сражение. А я текла спокойно. Я верила в непросыхающие свои источники. Я чувствовала их биение даже здесь, вдалеке от них. Играючи, я плескалась у плотины в ногах людей, подмывая пласты дерна, окатывала гусеницы танков. Наверху, в Черкасских горах, собирались тучи черные и хмурые. Они громоздились одна на другую и тяжело расползались, накапливая в себе электрические заряды. Небо отобрало у земли немало влаги, и, присыщенное ею, готовилось теперь обрушить ее на землю. И тогда земля, изнемогая под тяжестью вод, забурлит потоками рек, а тучи будут крушить деревья, швырять молнии и сотрясать небеса громами. Давайте сюда, спокойно, товарищ. Ой, посмотрите, какая туча! Неужели идет гроза? Плохо. При сильных ливнях река поднимается до самых пролетов моста. До тех пор должны успеть. И чем ниже к земле спускались тучи, чем громче звучал их гул и дикое пение, тем напряженнее становился ритм стройки, тем быстрее двигались люди. Генерал оглядел фронт работ, оглядел небо, потом мост, увидел, что пожарники уже возятся со шлангами, чтобы, как только плотина будет готова, начать выкачивать воду. Главнокомандующий сделал несколько шагов по песку, зашел в реку и попытался улыбнуться мальчику, притихшему на воде. Ну ты как, молодцом? Молодцом. А на танке ты ездил? Нет. Ну, на буйволе-то ездил. Ездил. Вот, видишь, я так и думал. И я ездил. Только на буйволах плохо ездить. Трясет. Трясет. Потерпи еще немножко. Остановим воду, и тогда покатаемся на танке. Вон на том большом. А можно и на вертолете. Хочешь? Хочу. А нас пустят? Куда? На вертолет-то. Пустят. Летчик мой друг. Только ты не трусь. А я и не трушу. Посмотрим. Да что вы? Ну, я вижу, ты молодец. Вырастешь, будешь у меня служить. Хочешь? Хочу. Где же вертолет? Мальчишка совсем теряет силы. Если воздух, войдя в опоры, не раскроет капкан, мы заставим все, весь мир, всю мертвую живую природу двигаться только в том направлении, которое нужно для спасения ребенка. Если надо, мы и грозу, нависшую над Черкасскими горами, пустим в другом направлении.
Все, все устремится только к одной цели, в одном направлении. Гроза приближалась. Люди делали все, чтобы успеть остановить реку. И тебя остановили, река. Ты ткнулась в преграду, ощупала ее мордой, отыскивая щели, надеясь, что где-нибудь найдешь трещину. Вся вытянешься в струнку и протолкнешь в эту трещину свое тело, раздвигая и разрушая плотину. Так было всегда. Но на этот раз щели не нашлось. Ты отвернула морду. Выползла на берег, легла на траву, ощупала дно, съежилась и снова стала кружить туда-сюда. Знаешь, на кого ты была тогда похожа? На змею, которая не спеша исподволь сворачивается спиралью, напрягая позвоночник и готовясь к броску или к удару. Я надеялась, что рано или поздно почувствую, что накопила достаточно сил, и тогда все разлетится вдребезги, исчезнет в посвисте метаний моего туловища. Но и люди стояли у запруды со своими инструментами, сбившись в плотную толпу. Люди стояли на страже, в любую минуту готовые вступить в борьбу с тобой, громадная змея, с тобой, которая била с головой о преграду. Туловище твое терялось вдали, вверх по течению, и пучилось, и росло, как дракон. Да, ты была страшна, змея. Я собирала силы, будила свои сочленения. Проснувшаяся река – это сам гнев реки. Небо шло мне на помощь, оно трещало, обрушивалось на горы своим холодным водопадом, и поток мчался по скатам, бурлил в каменных чашах, опустошая все на своем пути. Это неправда, будто моя сила только в горных истоках. Моя сила в небе, мои истоки там. Сейчас небо опускалось все ниже и ниже, и ад небесный готов был перелиться в меня. Но сотни людей работали, несмотря на твою ярость, и своими горячими сердцами сдерживали стихию. Тучи, уходите в горы! Не гневайтесь, тучи, ведь гнев – это злоба души. Есть злоба в душе у туч? Или это протест против того, что мы силой остановили реку в ее течении? Мы не могли ее убедить, поэтому мы пошли на принуждение. Чтобы добиться успеха, нам нужно было много помощников. Мы прибегли к насилию, потому что сознавали, что убедить реку мы не в силах. Мы заставили ее остановиться и знаем, что за это-то она нас и ненавидит. Но если стихия – это сила, то остановить ее можно только силой. Тучи, вернитесь в горы! Река утихомирься в своем русле. Змея, не раздувайся, не готовься к броску. Все равно мы высушим твою холодную кровь до последней капли. Змея, сиди в своем логове, сиди и не вылезай. Исчадье адово. Мальчик стоит на камнях, почти уже сухих. Сыночек мой, родной ты мой, мой родной сыночек, сыночек мой. Мать надевала на него штанишки и обнимала, стараясь согреть, но мальчик временами уже терял сознание.
Каменный капкан все еще держал его руку. Пустоты и пазы в каменных сводах клокотали. Вода вытекала из них со свистом и храпом. Толпа застыла на берегу в тревожном ожидании. Войдет ли воздух в опоры моста? Или борьбу за жизнь ребенка придется продолжать? Мои солдаты не остановятся, но хватит ли у мальчика сил дождаться освобождения? Эй, молодец, держись! Скоро будем кататься на вертолете! Быстрее, помогите, помогите мальчику, быстрее! Тише! Тише. Опоры моста перестали хрипеть. Слышите? Ой! Мост! Вот такой же треск был тогда! Да-да, такой же! И вдруг мальчик почувствовал какую-то легкость, словно стал пустым, как раковинка улитки. Легкий и весь обмякший, ребенок опустился на мокрые камни. Мост во второй раз передвинул каменные глыбы и железобетонные пояса своих опор. Те, кто стояли на мосту, почувствовали, как он дрогнул под их ногами. Мост! Мост! Мальчик держал обе руки на коленях, еще не в состоянии понять, что обе его руки свободны, что он вырвался из каменного капкана. Первое, что он почувствовал, было прикосновение рук генерала. Тот подбросил его и стал целовать, а вся толпа, избавленная от напряжения, подняла такой гам, что впору было оглохнуть. Люди понесли мальчика, передавая его из объятий в объятия. Мальчик переходил из рук в руки, растерянный и ошеломленный этим ликующим народом. И мать целовала его щеки, глаза, шею, целовала руки, обе руки, но особенно ту, что была под водой, ту маленькую детскую руку, на которой еще недавно были сосредоточены мысли и чувства пассажиров целого поезда, бойцов пожарной команды, крестьян и генерала, и танкового полка, двинувшегося на форсирование Черкасской реки. А ну-ка посмотрим, какой ты молодец. Пошли к вертолету и дружков твоих возьмем. Идет? Вертолет сделал один круг и понесся над полями. Мальчишки смотрели, прижавшись лбами к иллюминаторам, и им ни капельки не было страшно. Генерал думал о своем. Может быть, о цене одной жизни, может быть, о маневрах, может быть, о войне. О многом может думать генерал, и забот немало у каждого генерала. А у этого генерала, кроме всех других, была еще в сердце забота о мальчишке. Ну и что, человек, что ты хотел сказать этим рассказом? В конце концов, это всего-навсего мелкий незаметный случай. Разве так уж он доказывает твою силу? А ты помнишь, река, о чем думал тогда генерал? Если судьба одного ребенка может остановить часть человечества, то ради судьбы мира человечество должно остановить бег Вселенной и дать ей то направление, которое нужно, чтобы спасти мир. По сути дела, это ведь единственно возможное направление. И ведь так думает не только один генерал.
Так думает большинство. А раз так, человечество непобедимо.